Ребята из самых разных уголков Брещины прибыли сегодня в областной центр. Поводом для сбора стали интеллектуальные соревнования «Пионерский квиз». Разгадать головоломки, проявить интеллект и эрудицию, а также расширить свой кругозор. 6 туров по 6 вопросов. Задание не из простых, но молодежи под силу. Если говорить об охвате ребят, то это, конечно, около 20 тысяч мальчишек и девчонок. Вообще мы будем дальше в него играть, потому что, в принципе, это игра увлекательная, интеллектуальная, творческая. Такие формы работы, квизы, уже проводятся очень часто во многих регионах нашей области. В этом же году мы, наш отдел по делам молодежи, запланировал проведение масштабного квиза, чтобы выявить лучшую интеллектуальную команду у нас в Брестской области. Проведем мы его, наверное, где-то во второй половине этого года. Не мы первые, конечно, начали проводить подобные квизы, но так как этой формы интересна молодежи, то мы, конечно, тоже берем ее в вооружение. Сегодня ребятам пришлось размышлять над вопросами из самых разных сфер. От литературы, искусства, истории, географии, спорта и культуры до темы малой родины и развития пионерского движения в Беларуси. Школьникам приходилось проявлять не только свою эрудицию, но и смекалку, а также скорость мышления. Мы готовились, мои команды разбирали вопросы после районного турнира. И также я искала в интернете какие-то интересные факты, которые могут мне помочь на игре. Пионерский квиз уже состоялся в Барановичах. Сегодня эстафету принял Брест, а вскоре площадкой интеллектуальных баталий станет Пинск. От каждого города на республиканский этап поедет один подросток. То есть представлять интересы Брестской области в финале будут 3 самых эрудированных школьника.